Только что завершился второй тур, второй раунд переговоров между российской и украинской стороной. К сожалению, к огромному сожалению, мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали. И единственное, что я могу сказать, обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект, потому что достаточно много городов сейчас находится в окружении. Там драматическая ситуация с продуктами питания, с медикаментами, с возможностью эвакуации. Поэтому я зачитаю официальное коммюнике, на которое вышли стороны. И, соответственно, мы договорились продолжить работу уже в третьем раунде в максимально ближайшие сроки. Официально могу сказать следующее. Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью, подчеркиваю, с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится. То есть не везде, а только в тех местах, где будут находиться, собственно, сами гуманитарные коридоры, возможно будет прекращение огня на время проведения эвакуации. С этой целью в самое ближайшее время будут организованы специальные каналы связи и взаимодействия, и будут сформированы соответствующие логистические процедуры.